Здравствуйте, меня зовут Николай Позыненко, я юрист. Немного расскажу про юридическую службу в Вооруженных силах Российской Федерации. Я сам в 2008 году являлся срочником, проходил военную службу, как раз тогда призыв был на один год, проходил в оперативном полку и знаю, о чем говорю непосредственно изнутри. Да, вот мы учили законы, обязанности солдата, обязанности дневального, устав. И юридическая служба именно военной структуры, она отличается от юридической службы любой другой организации своим подходом. Для юристов военной службы, даже для военнослужащих, даже отдельные суды, военные суды, вот в частности по Иркутской области, это Иркутский гарнизонный военный суд, и разбирательство с военнослужащими, в том числе там по административным правонарушениям или уголовные какие-то составы, рассматривает непосредственно военный суд, Иркутский гарнизонный. И несмотря на то, что с одной стороны те же самые законы, Гражданско-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, то специфика рассмотрения дел в судах военных, она от судов общей юрисдикции значительно отличается. У меня в опыте имело место быть несколько таких дел, и хочу сказать, что если в обычных судах можно, так сказать, злоупотребить правом и не являться в суды, написав заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие, то в военных судах там все строго, как вот в армии, как вот как будто срочная служба. То есть, если говорят в такую-то дату, в такое-то время явиться, то человек идет и значит, является. Все, что, о чем я не договаривался со своим подзащитным, да, не строили позицию защиты, непосредственно в военном гарнизонном суде это все как-то несколько иначе. То есть там, как в армии, вину признаю, в содеянном раскаиваюсь, разрешите идти и все. И специфика, которой мы готовились, и она разваливается в силу того, что ответственность военнослужащего перед присягой, да, перед уставом, перед всем, она берет верх над тем, что имеют место быть какие-то нарушения при оформлении административного материала, вот при производстве по делу об административном правонарушении. В частности, военнослужащему нельзя, чтобы имели место быть нарушения административного характера, какие-то штрафы, какие-то там конфликтные ситуации, даже вовне прохождения службы, будучи находясь в отпуске. В общем, юридический отдел военных судов, да, и специфика рассмотрения этих дел, она, несмотря на те же самые законы, существенно отличается от судов общей юрисдикции. Даже рядовые, да, вот солдаты, служащие, которые проходят срочную службу по призыву, и то они приобретают, несмотря на отсутствие высшего юридического образования, те навыки, те знания, которые есть у юристов, да, вот будучи изучая постоянно устав и законы службы. Знаете законы, умейте защищать свои права.